четверг, 2 марта, в Пинске прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию милиции Республики Беларусь. Сотрудники правоохранительных органов выдвинулись к мемориалу воинам-освободителям в городском парке культуры и отдыха, где состоялся торжественный митинг. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Милиционеров, солдатов и офицеров возложили венки к вечному огню. По завершению митинга руководство ОВД, ветераны и почетные гости сфотографировались на фоне мемориала, после чего в сопровождении духового оркестра, пешей колонны, гарнизон городского и районного управления внутренних дел прошел по историческому центру Пинска до площади Ленина. На главной площади города под руководством начальника ОВД Пинского горисполкома полковника Валерия Сороченко состоялось торжественное построение, присвоение званий, вручение наград, грамот и подарков. Уважаемые мои коллеги, уважаемые ветераны, в этот праздничный день, в преддверии нашего столетия белорусской милиции, я хотел бы всех поздравить вас с этим праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, прежде всего, профессионального карьерного роста, чтобы у вас всегда царилось в семье мир и покой. Семейное благополучие было в порядке, и чтобы вы всегда знали, что работа в милиции, она нелегкая. И, конечно же, приходится и работать и днем, и ночью, и не жалея своих сил и времени отдавать себя службе. Завершились мероприятия торжественным собранием и праздничным концертом в городском доме культуры. К слову, в зале яблоку негде было упасть от количества людей в форме. Искренние слова благодарности и поздравления в свой адрес услышали присутствующие от руководства правоохранительных органов и администрации города и района. Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних дел, от имени Пинского горисполкома, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником и со столетним юбилеем милиции Беларуси. Органы внутренних дел сегодня – это составная часть системы обеспечения национальной безопасности нашей страны. На протяжении века сотрудники правоохранительных структур достойно выполняют поставленные перед ними задачи. И вот уже 76 лет пинская милиция показывает высокий уровень работы. Сегодня Беларусь входит в десятку стран с наименьшим уровнем преступности и высокой безопасностью. По результатам соцопросов, около 70% жителей нашей страны доверяют милиции и готовы оказать ей посильную помощь.